Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим котлеты в соусе в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 400 грамм мясного фарша, у меня смесь свинины с говядиной, 40 грамм белого хлеба, берем только мякоть, небольшая луковица весом 70 грамм, 2 третьих чайной ложки соли, 1 четвертая чайной ложки черного молотого перца, 2 столовые ложки муки, 50 миллилитров холодной воды. Для соуса я взяла столовую ложку сметаны, столовую ложку кетчупа, пол чайной ложки соли и 200 миллилитров горячей воды. Для жарки нам потребуется 2 столовые ложки подсолнечного масла. Мякиш белого хлеба заливаем холодной водой. К фаршу добавляем мелко порезанный лук, соль и черный молотый перец, мякиш белого хлеба. Все хорошо перемешиваем, сначала ложкой, потом руками. И готовый фарш необходимо будет отбить. Котлеты готовлю без яиц, поэтому фарш обязательно отбиваем, чтобы котлеты не распались. Готовый фарш делим на 6-7 частей и делаем из них такие котлетки, полуовальные. Каждую котлетку будем обваливать в муке. Мука придаст густоту потом соусу. Для соуса сразу смешиваем сметану, кетчуп, соль. Добавляем горячую воду и все перемешиваем. В чашу мультиварки наливаем масло. Готовлю в умной мультиварке Sky Cooker M800 от бренда Red. Выбираем режим жарко, ждем 3 минуты, чтобы масло хорошо нагрелось. Масло нагрелось, выкладываем котлеты. Котлеты жарим с каждой стороны по 2,5-3 минуты. Отключаем режим жарко, добавляем соус, закрываем крышку мультиварки. Теперь нам необходимо котлеты чуть притушить, чтобы внутри они тоже успели приготовиться. Выбираем режим мультиповар 130 градусов 10 минут. Вместо режима мультиповар можно использовать режим выпечка. Время истекло, котлеты полностью готовы. Такие котлеты получаются сочными и очень вкусными. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!